Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, продолжаем проходить GTA Lost and Damned. Так, и поехали на гонку, у меня там сейчас отмечена она. Да пройдем оставшиеся гонки. Я подозреваю, не слишком уже много осталось сюжетных заданий, потому что здесь, в принципе, DLC не такой длинный. Тогда будет допройти гонки, допройти войны банд. А потом уже можно и до конца утопить сюжет. Там еще какая побочка появится, не знаю. Ой. Кстати, интересно, там ничего про это не сказали, как и про мотоцикл, который после всех угонов нам достался. Но, тем не менее, возможно же дали нам что-то за то, что мы все работы выполнили на нашего чувака. На нудиста нашего великолепно. Вообще тыпчик никак не возьмет. Ага. Я уже вспомнил о обидах, когда... Чё они так медленно едут? Всё, пацаны? Давайте. Ушёл нахер отсюда. Так, а бы на другом мостике. Чё-то он не быстрый. Он хорошо, в принципе, манёвры, но он не быстрый. Вообще два круга. С одной стороны, хорошо, это быстрая гонка, но с другой стороны, здесь расслабляться прям вообще не видно. Она реально хорошо управляется. Я еще, кстати говоря, не рендерил те серии, которые у меня, где понизил звук радио. Наверное, все равно будет распознавать, наверное. Но вдруг... Пацаны, в принципе, отстали, как обычно, но тем не менее. Я, по крайней мере, вообще никого за это не вижу. Интересно, они по-честному едут? Потому что... нет, здесь, по-моему, еще по-честному. Так, я не помню, то ли в пятой части, то ли просто в другой игре, я уже помню, это говорил, что если ты далеко уезжаешь от своих оппонентов, ну, по-моему, в каких-то частях не просто это сделано, начиная с каких-то частей, их подспавлили тебе, чтобы ты не мог просто взять, уехать, и тебе спокойно на расслабоне катиться. Вот. Они будут в какие-то клубы заезжать, ну, нахуй. Там распил имущество идет. Приватизация, да, прошу прощения. Да, вон они там едут вдалеке. Сейчас заметил. Так что не надо расслабляться. Нет, в принципе, хороший мальчик, нормально.
поцарапал своей черепушкой стену. Ну как бы извините, но у меня как бы стальная черепушка. Да. I'm a Terminator. Надо же было, да, вот зафейлиться сейчас вот здесь, прикиньте. Так, где там у нас следующее? Чё так близко-то? Ладно, я сегодня третий рубль уже пишу. Сначала писал этих, как их называют, уже, наверное, известно тоже на все это выйдет, демку шаолинских монахов, потом когтя. Джонни, ты легкая добыча, если не боишься, давай как-нибудь повторим. В смысле легкая добыча, блядь? Я вас обогнал, все-таки придурок, легкая добыча. Что, дебил, что ли? Возможно, я что-то не понимаю в байкерском жаргоне, но, на мой взгляд, легкая добыча, это значит несколько иное. Значит, что меня типа легко победить. Если участвую я, то все остальные, ну понятно, это вы точно пойдем. Беги отсюда, мужик, здесь страшно. Слепит молока. Должен признать, в жизни я бы так не смеялся, если меня так мотоциклист подрезал. Сначала охерел от страха, а потом начал бы его материть. Во, да. Не, ну, они специально меня затормозили, потому что смотри, я не туда еду. Мужик, тормози, не туда. Голландия. Я тебе не буду смотреть. Вы знаете, сколько наши крутые парни. А, тут рядом живет этот. А то я знаю вас, пацаны. Да, я сумасшедший, да, конечно. Если вы не знали, у нас тут правила такие, в этой гонке. Так, тут три круга. Так, конечно, прямо. Там будет где-то поворот. Между прочим, здесь у нас этот, как его называют, как рассказывают про Розенберга на радио. Я потерял мысль, услышал про Розенберга, по которому читаю там просто серии какой-то. Интересно, если на гонку мотоциклов на мопеде приехать, который еле ползает, ну это же технический мотоцикл, я скажу, что типа нет, для этого же мотоцикл не надо. Или допустят. Мне кажется, на мопеде это выиграть невозможно. Баку выщу. Гонки, конечно, не такая штука. Если гонца скучновато, в принципе, возможно.
Ну, в целом, народ. Опс. Едут, стараются. Что ж делать? Все хотят деньжат подзаработать. Вот здесь прям гадкий поворот, это будет резкий поворот и косогор, который... Поначалу что-то... Ну, я не обратил внимания, что там прям вот здесь поворот. Можно нагреться только так. Так, кстати, говорят, вот эти места сохранения, которые были в этих старых частях. Ну, блядь, старых частях совсем я уже в оригинале. Они здесь тоже работают. На них также можно сходить машины. Так что, в принципе, если что, надо иметь в виду, а заодно тоже проверить теорию. Что же бывает, напишешь, а потом пробуешь, а оно не работает. По разным причинам. Кто играл давно, кто просто где-то слышал. Блядь, что он там запинается на этом месте? Класс, все подъезд стоит. Между ними прям так красиво проезжать. Не, все-таки хороший мотоцикл для гонки. В принципе, наш родной, который нам дают в начале игры, он прям хороший. Сейчас посмотрим, какая это гонка из скольких. Сейчас больше, я не помню, я больше половины прошел или меньше. Помню, меньше половины прошел в прошлый раз. Так что, возможно, это будет длинная серия. Возможно, что-то будет подрезать. В принципе, можно показывать первый круг. Если там меня... То есть я специально, наверное, буду потом молчать, точно. Я буду показывать первый круг, если там потом на других кругах ничего не происходит, такого, не знаю, впилился какой-то момент бомбящий, еще что-нибудь. 80-12. Там, да, момент какой-то бомбящий, еще какая-то херня. Вот тогда можно будет, в принципе... Вставлять. Во, точно буду делать так. А то очень длинный получается. Такс. Вот, тут рядышком. Отлично. Да, конечно же, про сетевую игру не забудь тебе напомнить. Че, в этот раз смс-ка не придет, типа какой я охуенный. Как я всех порвал и приезжаю еще, не? Хайс, давайте, может, сейчас будет какой-нибудь красивый кадр, который может быть где-то превьюшечку. Ну, возможно, может. Блин, вот это вот меня бесит, они просто берут и сразу едут. Так, три круга. Блять, ну я ж... Конечно, это типа Road Rush и все такое, но... Ну как-то, ну не знаю.
дело, отлетание сделано просто по-другому абсолютно. Просто, ну где бы, почему? Потому что чуваки на спортивных мотоциклах, это, конечно, очень сильно. Там, три круга. Что ты впилился куда-нибудь? Ну, я помню, перестрелка была, это не банка. Интересно. Damnation, damnation. Не надо. Это прям сложный заезд. Гори, чувак, гори, да, не, я не буду гореть, я буду аккуратно. Основное, здесь надо не гореть, здесь надо аккуратненько ехать. Никуда не въезжать. Здесь нельзя поддаваться эмоциям. Видите, Supernature здесь нет, и все, я уже не могу. Я уже это. Нет уверенности, понимаете? Вот нету в песне Supernature. Все, и нет уверенности в завтрашнем дне. И в том, что я выиграю гонку. Опасность. Как без Supernature гонки выигрывать? Это вообще никак. В принципе, невозможно. Нет, возможно, это приходится скилл врубать, понимаете, я так раз Supernature заиграл, и все, и ты выиграл. Там важный момент, чтобы она играла к моменту, когда ты к концу гонки подъезжаешь. Потому что если она поиграла в середине, а потом переключился что-то другое, это все, это не считается. Я один раз так выебался, помню, как он в оригинале гонки проходил. Много крутых поворотов. И хорошо, что я на этом наконец-то. Я сначала подумал, блин, надо было спортивным приезжать, чтобы типа быстрее отрываться, но ну, не нахер. Я как раз на спортивном я как раз здесь постоянно меня бы заносил, я бы никуда не успел. Сейчас я по дороге по инспрей не будет, надо будет заехать почему-то. Да. А. Так, не, рядышком нету. Ну а, будем осторожно здесь водить. Это будет 10. Осталось 3 гонки еще. Спасибо. Ты там живой, Джонни, как я бы повторил? Нет, я помер. Поэтому вы меня не увидели, как я приехал первый. Не потому что вы отстали, потому что я помер, ага. Здесь
чувствую, тоже будет суровый заезд такой. Центр Бохана. Полегче. Вы со мной полегче обращаться не будете. Я разными механиками больше всего бесит. Вот эти битые, это просто пиздец какой. Бля, пацаны, что делать? Пиздец. А, то есть вы решили вокруг, да, отлично. То есть вы можете проехать, а я решили вокруг объехать. Ну ладно. Искусственный интеллект врубил интеллект. А, ну и дождик, конечно, да. Без дождика-то нам... Бля, ну что это было? На ровном месте. Без дождика, конечно, скучновато, я согласен. А, ну сколько? Три. И продолжает, главное, говорить все три круга, что-нибудь. Наверное, буду доставать там да, ничего. Я как только произнес эту мысль о том, что вот что это, блядь, вот это так бесит просто. Вот во что он впилился, мудак ты, блядь. Вы не охуели, блядь, меня такими словами называть? Пиздец, вообще урон. Не буду, наверное, ничего вырезать. Там осталось, в принципе, это еще две гонки. Это еще две гонки. Проеду как-нибудь. Так, тихо, вот здесь не надо. В последний момент уже вспомнил, что... В прошлый раз наехал на этот бордюр и... Было плохо. Собрано там чуть-чуть подскочил, но иногда он на бордюр прям, видишь, он такой... Бля, бордюр, бордюр, ничего себе, бордюр! Офигеть, поребрик, блядь! Там два места практически есть такие, прям отвратительные. А когда было, почему не было звука этого, когда я круг брал? Блядь, ты можешь не врезаться в каждое дерево, ёб твою мать! Дорога скользкая, конечно, понимаешь, ну блин. Нахер все эти углы по широкой дуге вижу. А, здесь? А, да, он будет вершок, точно. Хорошо, на фигунке тут появляется, там все рядышком. Когда рядышком, то оно всегда сподручнее. Чего ты в этот раз мне напишешь? Ну, ты и злой сукин сын, надо бы повторить. Ну, прям, у меня еще мазафакера называйте почаще, а вообще ёбло все будут просто так приходить безо всякого мотоцикла. Безо всякой гонки. Умники, блядь, собрались тоже. Мазафакер ей. Побережье Бохана. Почему мне слово побережье не внушает вообще никакого этого? Типа свой, да-да-да. А ты меня пить, конечно же, уебал бы при случае. Да-да-да, конечно, охотно. Охотно верю, да-да. Ага, спасибо.
Ну, полезный пинок. Ой, блин. Не хочу. Сука, здесь только много еще. Тихо, едем аккуратно. Пизду здесь торопиться. Нихуя себе тут заворот. Блять, ты можешь повернешь уже сколько ж можу. Ну вот это вот. Я по нему ударил, он что-то не отлетел нихуя в другую часть галактики. Вот толку, блядь. Я их бью битый, да. Там ничего не происходит. А когда они меня бьют биты, я улетаю куда-то, блядь, в стратосферу. Так тоже три круга, я посмотрел. Пиздец. Чё-то друг друга-то они не бьют, они почему-то бьют только меня. Все дружно. Особый, блядь, чувак, что-то утонул нахуй. Фу таким быть. Тихо из города, мужик, быстрее. Такое творится, ты не представляешь. Не, по побережью гонки это просто трэш полный. Еще сейчас проседаемся до 20 FPS, бля, я хуй знаю почему. Причем, пожалуйста, какая-то новость была, что-то про GTA 4, то ли сколько-то лет там чему-то, я не помню, что-то было там про GTA 4. А вот, и там такие в комментах, а, у меня там какая-то мега 2000, там, RTX Titan, что-то в таком духе, и все равно это, сука, просаживается и глючит, хотя уже там все фиксы поставился, чего. Мы сейчас уедем, мы сюда не вернемся же, да? Не вернемся. Вот, уже вот так правда. В принципе, наверное, подразумеваешь, что так, наверное, и надо. Последняя. Ладно, тут я даже готов признать, это реально было тупо. Когда ты мне врезал? Блин, крепко засадил, да, это уже было. Ну что, выживет мотоцикл? Это последний гонки. Последнюю гонку переживет. Тут не проедешь, не? Не будем в конце концов поебаться, зачем? Спрей далеко их не хочу. Да все. Я еду, все.
стараться не угробить его. Что-то не нашли. Ну ладно, это мы видели. Что, последний заезд. One last ride. What the fuck just going on? Мужик, тебя лучше не знать, все же поверили. Во, вот пиздец, вот что это? Вот что это, блядь, такое? Почему от удара я улетаю в эту ёбаную стратосферу, блядь? Какой мудак вот это вот просто придумал? Объясните мне, пожалуйста, мне очень интересно в лицо этому пидорасу посмотреть. Три. This thing ain't starting. Where the fuck you go? Все, отсюда не выйдем. Чего? Don't так, кто там у нас? Блять, я забываю постоянно, кто у меня там, блядь, на что отвечает. Блин, она настолько, сука, абсолютно однообразна, эти персонажи, что, да, блядь, Агнус теперь. Вот какой мне нужен? Бекан, по-моему. Клейтон, I'd like to have a ride on a Lycan. Is that cool with you? I sure do got one of those. I'll bring it out. The last gunfire. You called and I came. Your bike, Johnny. You're doing a good job. Блять, не тот, конечно. Но он вообще сказал, что Ликан типа самый такой заебатый. Возможно, я что-то путаю. Что, после прошлого года говорил, типа надо запомнить вот этот вот самый-самый. И забыл, естественно.
Там как-то по-другому, наверное, надо было, я что-то не понял. Так, вот здесь немножко нужно разогнаться. Сейчас будет второй. Да, последние вот эти гонки-то прям такие непростые. Блин, когда прям черепушка обо что-то бьется, это, конечно, полный бы. Ладно, Никол хоть в шлеме ездил, а ты пух башкой. А, еще искры такие высекаются. Реально, как-то надо там стоять еще. Типа вот здесь, ну ладно. В принципе, конечно, нужно тоже, но... Я не помню, смотрел какой-то ролик, что-то там про ассасинов было. В смысле, я подозреваю, наверное, что я вот тот, который я думал, смотрел. Ну не помню. Короче говоря, помню на этом, на летописи видеоигр, что я смотрел. Последний помню. Вот. Ну что-то не в этом, там, короче, были футажи, в том числе из Assassin's Creed 2. Бля, тут внезапно понял, как же мне хочется трилогию Эцио перепройти. Прям вот, как хочется. Но не под записи, это уже не хочется делать, хочется уже прям записывать. Бывает периодически с разными играми у меня. Куда все эти такие герои знают? Я что проходил ее один раз. То есть я проходил, опять же, я где-то уже говорил, но мало ли. Я Assassin's Creed проходил включительно до Rogue. Все основные. Ну, то есть кроме там каких-то этих совсем уж мобильных. То есть первую, вторую, Brotherhood, Revelations, третью, кроме Тирании и Короля Вашингтона. Black Flag, про этого, про Адевали DLC, DLC про Авелину, The Grand Prix. Так, когда буду проходить, там будет не забыть, что после третьей идет Liberation. Ну, вот Liberation, собственно. Что там еще, А, ну его. Все. Раньше не проходил. Я еще еду, посмотри. Но стырные какие, а? Ну что? Вы что, победить хотите в гонке? Вы что? Вы что, с ума сошли? Вы что, такие совсем крейзи? Как парни, вы что, крейзи? Так, отлично, поехали, значит, пока мы туда-сюда поехали, вот сюда. Сохраняться. Вот, а по дороге наверняка нам позвонят, что-нибудь скажут. Похвалят. Я думаю, прям наверняка что-нибудь. Что-нибудь кто-нибудь скажет. Кто-нибудь что-нибудь, если скажет. Клей. Лупишь своих братанов, Джонни, ты просто зверь. Давай повтори. Что повторим? 12 из 12 же. А, типа последнюю гонку можно повторять? И все, то есть просто хуяк, так и последнюю гонку теперь можно повторять, да?
Причем просто интересно. Реально прям по всему. Ну вот, вот это вот, вот здесь, да. Где? Иди себе нахер, что ли. Там было без 12 из 12, ничего не знаю. Все. Я думаю, что и скажешь, типа, ты самый крутой, ты прошел все гонки. Ну как хоть обозначить, что я, кроме значка. Ну ладно. В общем, поеду сохраняться, если мало кто-то будет что звонить, что-то писать, я это оставлю. Только записи лучше специально не буду. А пока что скажу, что ссылка на плейлист в описании, да, не буду, пусть она покороче немножко, серия 40 минут, такая, ну, нормальная, не слишком короткая, но нормальная. А, вот, короче, чем я обычно, что-то получается, но не буду слишком затягивать. В следующей серии мы допройдем туда вот эти вот войны банд, ну и там уже можно будет потом после этого совсем втопить по заданиям. Ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал Душевные игры Ураза про CSGO по скрипт. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах, причем ставьте там все уведомления, обязательно, это тоже очень важно. Вот, и при возможности поддержите канал материально, ссылки на все реквизиты в описании к каждому ролику есть. Очень-очень сильно поможете, если поддержите. Вот. Да, и, кстати, такой еще момент, я все забываю сказать, но если мало ли, пишите комменты, да, иди отсюда. Если пишете комменты, старайтесь писать коммент не менее чем из 4 слов, состоящих из 4 букв. Говорят так вот. То есть, типа, другие, то есть, YouTube не сильно своих алгоритмов учитывает. То есть, если написано, то есть, видимо, это сделано в избежание всяких засираний комментариев всяким первый, второй, вот это вот, типа, не учитывается. Вот, то есть, напишите прям, если даже хотите написать первый, если нихуя себе, ебаться, там, пиздец, нахуй, блядь, я первый, пацаны, посмотрите. И сразу, опа, это уже ранжируется под коммент. Вот, поэтому пишите такие развернутые. Вот. Вот так. Все, всем пока. Я Ступит Малака, и всем пока.